Служба изучения общественного мнения Vox Populi выполнила заказ Фонда социально-политических исследований. Последний раз вслед ушедшей державе прозвучал вопрос: «Итак, вы поддерживаете идею создания на месте СССР некоего нового сообщества суверенных государств?» Жители России уверенно ответили «да». Только каждый десятый отказался признать, по сути, уже свершившееся. Следует подумать о будущем, в том числе и о будущих кумирах. Мы расстаемся с высоким званием гражданина Советского Союза, но наши лидеры закрепили свой статус, исключая только одного. А будет ли у нас теперь один, первое лицо, непререкаемый авторитет? И кто это мог бы быть? И вот результат ответов россиян. Борис Ельцин. 19%. Михаил Горбачев – 10%. 70% россиян не назвали ни одного имени. И все же оказалось достаточно много тех, кто обеспечил Владимиру Жириновскому третье место в этом символическом списке. Авторитет президента России и его команды высок. Таковы результаты последних опросов общественного мнения. Людей привлекают динамизм, энергия, настойчивость в движении к поставленным целям. Решительность российского руководства сегодня необходима стране более чем когда-либо.